Девчонки, ну что, поздравляем вас, что вы туда прошли. Мы вас ждем только с победой. Вы молодцы огромные. Мы вас поздравляем и ждем вас. Давайте. Ребят, ну вы знаете, что наши харьковские синхронистки самые крутые, самые классные, самые продвинутые. И я уверена, победа будет за вами. Девчонки, старайтесь, а мы поддержим. Я им желаю удачи, позанимать первые места. Харьков с вами, мы за вас болеем. Я думаю, не только Харьков с ними, вся страна, в принципе, с ними. И я уверен, они могут запросто выбрать себе золотые медали на Олимпиаде. И будут также прославлять и город, и страну, и будет все у них отлично. Желаем, конечно же, нашим спортсменам удачи. Харьков с вами, мы в вас верим, вы обязательно победите. Харьков очень современный, интересный город, мне кажется, один из лучших в Украине. Если наши спортсмены будут побеждать, будут занимать первые места, будут приезжать, смотреть, может быть, из Европы на наши города, будут привлекаться какие-то, может быть, инвесторы. Ну, я думаю, все впереди. Они и так знают, что Харьков за них. Мы, харьковчане, всегда дружные, поэтому мы болеем за своих и очень радуемся, когда наши выходят на такой уровень. Поэтому пускай не волнуются, мы все с ними и пускай побеждают. Успехов, побед, продвижения, исполнения мечты, чтобы наши были только впереди. Девчонки, я вам желаю только победы. Возвращайтесь, мы вас ждем, любим. Вы у нас самые лучшие, мы вас верим. Главные новости Харькова – «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.